Завтрак. Завтрак. Разговор о любви. А почему тут завтрак и вдруг разговор о любви? И встанет вопрос. Правильно. Поэтому утренняя беседа. У людей, которые живут долго в совместном браке, есть масса проблем. То есть того неимоверного взлета эмоций, которые, ну, первые 3-5 лет бывают у любящих существ, энергия потихоньку переходит, ну, инстинкт мы брать не будем, переходит в интеллект. И без интеллекта, приблизительно настроено на одну волну, долгое совместное проживание невозможно. Каждое утро встречаются люди за завтраком, уже помылись, побрились, прихорошились хотя бы чуть-чуть, смотрят друг на друга и ведут беседы. К чему склоняет женщину эмоционально его интеллектуальный ум? Он склоняет ее всегда к тому, чтобы она вначале познала, кто она есть как личность, или как индивидуальность, или как единая, а потом уже разбиралась в том, почему она все время переживает, почему ее все время все не устраивает, ну не все, но кое-что, почему она не светится радостью с самого утра. Ведь наступило утро, говорит ей мужской ум интеллектуальный, ведь наступило утро. У миллионов людей это утро уже не наступило. А сколько у них родственников в этот момент переживает? А у нас наступило утро. Что ж тебе еще надо? Есть с кем жить. Есть на что жить. Есть где жить. Светись радостью. Но как только человек задумывается вопросом, цель жизни, зачем он живет, да еще не дай бог ему кто-то нашепчет, что он должен что-то, он должен, отвратительное слово, у него какая-то миссия, он должен что-то реализовать. Все, он стал несчастным в это мгновение. Вот в основном эти утренние беседы на эти темы и происходят в этом большом приемнике, которые были очень модные. Все повторяется, как в этой инсталляции. То, что правильно, умно говорит счастливый человек, человек, переживающий и страдающий, слушать не хочет. Он ищет любые лазейки, с кошечкой поиграть, чай заварить, еще что-то там. И он, переживающий и страдающий, он все время хочет переделать счастливого под себя. Он не может поверить, как это так. Когда меня спрашивают, как дела, я говорю, как живет, я говорю всегда, изумительно. Ты бы видела лица людей, когда я им так говорю. Как это изумительно? Как это изумительно? Так изумительно, у меня он ручки шевелятся, глазки видит, я проснулся. Так вот, именно об этом и есть эта инсталляция, что когда в этом приемнике 50-х, 60-х годов выпуска, сверху там пластинка такая, поднимается крышка, он такой хоть и пластмассовый, кое-где полированное дерево, и там такая материя, и бронзовые ромбики, и две ручки. Одна настройка, другая громкость, и там всякие разные страны, может быть. Но этот приемник настроен на то, что если крутить левую ручку, это будет мудрое высказывание мужчины, который каждое утро, правда, говорит одно и то же, изудит, и давит на мозги, и давит, потому что у него уже эмоции постыли немножко, уже как бы ботинки у него уже слегка износились. А правая ручка – это ручка женской души, которая до сих пор не оставила идею, что из того, с кем она живет, еще можно выковать прекрасного принца, способного на все, и на большую эмоциональную любовь, и на замечательную мужскую силу, которая не тает с годами, и на мастера, который может и дверьку присверлить, и полочку повесить, и пол отциклевать, если что. Да? И вот об этом эта инсталляция есть. Когда вы крутите левую ручку, там идет мудрые мысли о том, кто ты, выясни вначале, откуда ты взялся. Да? И тогда ты будешь уже решать, надо думать о том, зачем это или не надо. Может, это настолько гениально, что вопрос зачем, что такое любовь, вообще не встанет. И женская ручка, которая всем говорит, любовь. Я хочу близости, я хочу любви, я хочу всеми эмоционального всплеска, я не хочу тоже обыденности жизни. А мужчина говорит, нет обыденности жизни.
каждое мгновение это эмоциональный всплеск. А она говорит, нет, вот еще тогда ты вел себя так, а он говорит, нет, это твое воображение было, я всегда был таким. И вот эта постоянная дискуссия между мужским и женщиной, и женским, и посвящена это, ну будем называть ее инсталляцией. Это инсталляция разговора, намека или попытки диалога между мужским и женским, хотя диалог вообще невозможен в этом мире, потому что все, что говорит женщина, она фильтрует через то, что она знает, какой у нее опыт, у нее переводчик. Ну и то, что говорит мужчина, его совсем мало интересует то, что будет говорить женщина. Его интересует, как она отреагирует на его слова и скажет ли она ему в итоге, как вы интересно говорите.